Стоимость доставки периодических изданий вырастет в среднем на 12,5% с апреля этого года. А на отправку почтовых карточек, писем и бандероли цена увеличивается в среднем на 5%. Соответствующий приказ Федеральной службы по тарифам публикует «Российская газета». Теперь, по мнению почтовиков, плачевная финансовая ситуация в отрасли должна измениться. При этом они настаивают, что у национального почтового оператора, который отказался от субсидии из бюджета, должен быть гарантированный госзаказ, как, например, в Германии. Основанием для изменения тарифов стало увеличение затрат, обусловленная инфляция, а также модернизация сети почтовой связи. Добавлю, что в целом Минкомсвязи подготовила проект документов по модернизации общей логистической сети. Модернизация же почтового предприятия должна проходить за счет его собственных средств. На эти цели до 2018 года потребуются инвестиции в размере 140 миллиардов рублей.